Всех приветствую на канале Здоровья Михаила Илюшина. Приглашаю прокатиться по улицам города Саратова 12 января 2024 года от улицы Шелковичной Октябрьского района по улице Чернышевского, Волжский район заедем до улицы Лермонтова Октябрьской. Посмотрим, как это было. Этот день обмена возврата не подлежит. Продолжение предыдущих сюжетов за 12 января, кто смотрел. И как всегда говорю, YouTube, Рутюбе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Яндексе, Яндекса, укладываю данный сюжет, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все как обычно, где кому как удобно. Комментировать не буду, просто посмотрите, как проехал в этот день, 12 января, этот данный участок. Впереди камера контроля скорости. 40 км в час. Thank you.
На этом заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Следующие сюжеты будут от Лермонтова, через Затон, через Рубин, Навашина. Еще раз благодарю всех за просмотр. Берегите себя, не болейте, оставайтесь со мной. До новых встреч, в новых сюжетах. Всем пока-пока.